ЕС четко предупредил Россию о последствиях для двусторонних отношений Россия-ЕС. Об этом в эфире «Свободы слова» заявил представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев, передает Цензорнет со ссылкой на ОНН. Завершились пятичасовые переговоры. России дали 48 часов на деэскалацию конфликта, сказал Елисеев. Он отметил, что речь шла также о последствиях для двусторонних отношений Россия-ЕС. До четверга у российской стороны есть время, чтобы урегулировать ситуацию, сказал представитель Украины при Европейском Союзе.